Приветствую, друзья, на канале Crossout Lovers. Сегодня в видео у нас будет всеми любимая рубрика «Повезет, не повезет». В общем, давайте посмотрим, что сегодня нам соберет загадочная автосборка. И... ух, нифига себе. Что там с колесами? Офигеть, это что такое? Это что, это «Жигули», что ли, ты собрал или чего? Ну, слушай, он еще деда сюда усадил. Дед, как ты сюда попал? Как ты попал в автосборку? Тебе тут нормально сидится? А, нормально, короче, сидит такой дедка, вообще, не знаю, засунули сюда. Какую-то психушку его везут, короче. Гида Прайм, Джоуль и черт. Ну, слушайте, это не самый плохой вариант. Здесь, походу, V12 какой-то стоит, да? Я смотрю движочек. Так, если здесь газгена не стоит, это будет шедеврально. И у нас здесь три колонки. Слушайте, у нас тут прям пацаномобиль какой-то. Сабвуфер офигенный стоит. Потом у нас здесь же скач, спойлеров всяких, блин. Ну это реально классный крафтец. Давайте поедем на нем в бой. Слушай, Дед Мороз, я тебе соболезную, потому что нам сейчас будет всем полный капец. Слушайте, я не посмотрел здесь... здесь, по-моему, вообще радиаторов не стоит, кроме фаворита. V12 тупо кочегарится со всей дури, смотрите. Она сейчас взорвется, реально. Сейчас реально он такой чувствует, что взорвется. Так, ну вот, единственное, что мне делать в бою... ой, у меня уже полкрыши отвалилось. Я говорю, единственное, что мне делать в бою, это просто вот дроны сбивать. Все, в принципе. Здесь наши полномочия, все, заканчиваются. Я больше ничего не могу сделать. Так, давайте фаворит подрубим, перк. Тут все, прям крафт собран по последнему слову техники. Движок стоит классно. Вот пушки прям, знаете, смотрите, по правилам кроссаута на решеточках стоят. Это очень классно. Еще у нас тут комплектующие Гида Прайм, которые я еще не пользовался. И еще дедок. Так, давайте, поехали. Дедку-то там вообще, конечно, досталось. Давай, фигач, Жигуль. Есть, я его делал. Ой, блин. Ладно, давай, я буду ржать, если сейчас будет МВП, я просто буду в шоке. Давай еще один отлетел, пошли дальше, кабаненка зовут. А чих так мало-то? Врагов что-то. Давай, минус 3 МВП, что такое вообще? Жигуль топчик вообще. 1200 очков с собой, МВП, слушайте, это реально топовый крафт, вот смотрите, офигенный крафт. В общем, я тебе его, наверное, сохраню. Будет называться Crossout Lovers у нас, как обычно, в принципе. Вот, давайте его даже сохраним прямо сейчас и выложим на выставку. Кто хочет, можете заценить. Вот, но крафт, конечно, я не знаю. Это что-то с чем-то, реально. Крафт офигительный. Ладно, давайте соберем. Что у нас тут будет дальше, я не знаю. Ох, нифига себе. Ох, нифига себе. Мне первый раз скорп она поставила, автосборочка. Развал пнема по подвеске. Вах, вообще офигенно. Мне нравится, здесь колесо вот такое. А здесь колесо вот такое. Без скина, класс. Ну это ладно. Так, что у нас здесь стоит? Здесь у нас стоит два боезапаса. Две нерпы, чтоб скорпион не... мало ли не перегрелся на всякий пожарный. Максвелл, ну и движок. В принципе, ну, очень классный набор, особенно две нерпы, очень классно. Еще тут всяких бочек наставлено, короче, и сколько? 35 тысяч, и вам этот крафт обойдется только сегодня, только сейчас, 35 косарей, нормально вообще, я просто угораю, зачем здесь нерпы стоят? Ну, этот крафт точно для нас, поехали в следующий бой. Там все угорают, все такие пишут: о, Лаверс повезет, не повезет, снимает, опять колхоз скоро подъедет. Слушайте, у меня ОМ 7600, это самый малоумный скорпион. Не, это не самый малоумный на самом деле. Самый малоумный, это, конечно, я строил 4 колеса. Нифига себе, 2К! Это с первого выстрела, вот это мы попадаем со скорпа. Я на скорпе вообще не умею играть, нормально, с боку заехали. Вопрос на засыпку. Нафига здесь столько боезапасов? Вот 40 патронов на 7000 ом. Ничего тут вообще разбирать-то, Левиафан что ли или чего? Зачем мне столько патронов? Ладно. Но если в принципе знать, что автосборка ставит еще тебе комплектом 2 боезапаса к векторам, то в принципе это еще... это базовый вариант как бы.
Бывает, мне, кстати, пару раз собирал автосборка, там, даже, по-моему, когда я снимал «Повезет, не повезет», собирала целых 4 боезапаса на как раз-таки шилках. Я вообще был в шоке, зачем эти боезапасы, и как они стояли, там вообще капец было. Но слушайте, у меня сейчас, возможно, даже будет какое-нибудь второе место. Прямо подвеска, вах, офигенно вообще, самое главное, что есть в машине. Ох, у нас тут... Ой, какой я снайпер, так как я скорб всегда ставлю с этими, с гонителями всякими и так далее. Гонитель без скорба, я уже давно на скорбе без гонителя не катался, вообще не поворачивается. То есть гонитель вообще классный движок. Ну-ка, парсеры надо. Да чё ты сегодня этот не пробиваешь? Никаких у вас генераторов нет, вот заразы-то, а. Да, я еще такой снайпер, я вообще не попадаю ни по кому. У меня на скорбе опыта. Да, конечно! Ну-ка, вот косой Лаверс. Сколько он нафармил очков за бой? У него 791 очко за бой. Я на нормальном оружии, на нормальном крафте иногда такое не делаю. У нас 4-е место по команде. Короче, слушайте, если сейчас соберется что-то топовое, это будет топово. Вот что я скажу. Ух, нифига себе. Ох, нифига себе! Тайфун! Окей, что-то мне прям пора реликтов пошла на автосборочку. Ой-ой-ой-ой-ой, что это собралось? А что здесь так энергии-то? Вроде тайфун-то не всю жрет. 6 энергии, а где еще 4 энергии? Ладно, движок я понимаю. А куда еще-то делать? Хоть газгена не стоит, на том спасибо. Слава богам просто вот этим вот автосборочкам. А где поборник? В смысле, погодите, а где поборник? Погодите, а где поборник? Где он? А, я понял. Это называется, знаете, система противо всех. Эта система называется «Не отобьешь никогда поборник». И ты в итоге никогда сам не попадешь ни по кому. Ну ты в кого? Это намек на то, что застрелись, короче, сам себя стреляй. Классный крафт вообще. И смотрите, здесь у нас вообще ни одного боезапаса не стоит. Вообще ни одного. Тут исполин только. А где еще-то вся энергия, я понять не могу. У нас... поборник все сожрал, блин. Нафига там поборник, непонятно. И вот это вот все гениальное просто, я не знаю, НЛО стоит у нас 29 косарей. Нормально вообще, классно. Такой эконом вариант. В общем, давайте его протестируем теперь в бою. Ой, тут дыра, тут, слушайте, я не доеду, наверное, до врагов. Я сразу развалюсь. Итак, погнали. У меня сегодня день реликтов и день вообще тараканов каких-то. И мне нравится, что у меня стоит поборник на одну кнопку с тайфуном. Знаете, как это удобно? А еще, когда тебе удобно, союз толкает спину, и у тебя 8 просто ног, и ты, блин, не знаешь, как ими перебирать. Блин. Слушай, союз, ты что до меня докопался? Отстань от меня. Я такой этот, таракашка, блин, да отстань от меня. Вы чё до меня докопался-то, а? Вот докопался, ведь я и так еле еду, я сейчас развалюсь. А он меня еще это, добивает. Ой, нам спину едут. Ну-ка. Противо, я не знаю, танковая система какая-то, я не знаю. Ой, я даже попасть не могу. Просто разворачивается полгода такой крафт. Да, конечно, аннигилятор на меня надо направить. Союз, ты кусок, я не знаю чего. Зачем ты меня докапываешься? Стреляй лучше, чё ты от меня хочешь? Чё происходит вообще? Куда я попал? Что за союзы? Что за крафты? Что вообще происходит, пацаны? Слушайте, Тайфун, живи, пожалуйста. Я верю в тебя, ты выживешь. У тебя тут всего 10 патронов в нем было. Да отстань! Не надо мне! Так, поборник сражается прям медленно, но верно. Он раскалывает тупо чувака. На! Все, я бы все отстрелил. Так, да блин, поборник, слушайте, я удивлен, что он вообще стреляет. О-о-о, надо повернуться, надо повернуться. Нах, и раз, просто я был обязан это сделать. Блин, что за вообще за бой такой был, я не понимаю. 211 очков за бой, у нас второе место по команде, ладно. Давайте сейчас посмотрим, что соберется. Ну, это вообще без комментариев. Блин. О, боже, блин, это что? Что сегодня за день такой реликтов? Я не знаю, у меня фильтров никак не, если что, не стоит. Но, слушайте, у меня светлячок просто не дотянется до земли. Зачем здесь светлячок? Зачем здесь вообще потрошитель? Зачем?
Ну, хорошо, хоть на решетках вообще. Что тут у нас еще есть в комплекте? Это все всего-то стоит 65 тысяч золота, 14 ом, тысяч у нас Аполлон, боезапас. Это у нас каракур, две нерпы, ну ладно, нерпы понимаю, для этого, для огнемета. Доплер, 4 нанесения нано, 4 боезапаса, вы чё, я, чё у меня за взрыв пакет сегодня так? Ой-ой-ой, не-не-не, пока не... Куда ты отправился, блин? Это чё тут как сразу, вот слышите? Ой, блин, светлячок с потрошителем на одну кнопку. Я как, я не знаю, как только какой-нибудь, я не знаю, вот вообще странный крафт, максимально убогий, тебя сразу запускает в рандом, просто говорят, давай, братан, тащи, ни в чем себе не отказывай, просто на таком оружии. А как ты только что-то собираешь, там малоумный крафт, что-то все делаешь, что-то собираешь. Тебе еще там под 10 минут надо ждать. Ладно, катаем как можем, в принципе, ни в чем себе не отказываем, давайте. Так, ты тут что-то это... Что-то какие-то проблемы, да? Слушайте, а как 14 тысяч ом. Где все скорпы? Куда они подевались? Они, походу, испугались такого крафта. Я не знаю, это какой-то краб. Что это такое? Потрошитель-осветлячок? На 14 тысяч ом. А-а-а, гори, гори, давай, помри. Есть. Я вообще удивлен, что я еще до сих пор живой. О, следующий клиентик. Да блин. О, давай, гори, на крушители. Давай, давай, гаси его, гаси. Просто взорвали. Да. Ладно, пофигу, мне там кто-то до меня докапывается. О, фортуны. Я вообще, я как я еще живой остался на таком крафте? Тут одни скорпы вообще. Где все скорпы? Всех скорпов, походу, сожрали вот эти крабы. У меня боезапасы там стоят. Что это такое? Да. Не, ну крафт это за грани нашего понимания. Вообще автосборка это что-то инопланетное, реально. Что это такое? Ладно, я пока это... Буду так пугать всех. Типа я это... Очень такой страшный. У меня боезапасы классно стоят вообще. Офигенно. Давай. Эмма, тебе сейчас будет хана. Супер-мега-краб нагнул весь рандом. Вообще, что за жить 360 очков за бой у нас? Шестое место по команде. Ну как же такому крабу МВП это не выдали вообще? Ладно, давайте теперь соберем последний крафтец на сегодня. Я не знаю, надеюсь, там таракан никакой не будет. Вау, НЛО, да? Блин. Вот это уже что-то неинтересное, да? Ну, слушайте, я даже не буду брать, потому что на 5000, мне кажется, сейчас не запустится. Давайте что-нибудь другое. Да опять мне светлячок, да что ж ты... Ладно, сделал один раз обзор на светлячок, ну и что? Нет, блин, мне теперь постоянно эти светлячки будут давать. 8000, толстяк, светлячок. Что у нас тут еще в комплекте? В комплекте еще взрыв-пакет бесплатно идет. Так, у нас здесь дальнобой и заряд. Ну, слушайте, не самый плохой вариант, что я скажу. Давайте поедем в бой. Слушайте, звезды сошлись, и мне поставили толстяк, который нифига не крутится, на разные кнопки со светлячком. Вы прикиньте, какие это нанотехнологии будущего просто. Ни на одном крафте нет такого, что толстяк не крутится. Ну просто ни на одном. Это эксклюзивный просто крафт, такого ни у кого нет. Выделитесь сразу, как только поедете в бой. Так. Правильное решение, Саманта. Тупо сразу, вот тут пошла в пропасть сразу, понятно, это было правильное решение. Видите, вы будете унижать врага сразу же, он будет вас бояться. А вы не сделали ни одного выстрела за бой, вы будете побеждать, смотрите. Сразу боты, сразу боятся, ну слушайте, это сразу говорит о том, что крафт самый топовый не знаю из чего. Вот. Так, нам надо наступать. Давайте. У меня светлячок, конечно, так прекрасно защищен. Ай, два раза попал подряд. Прикиньте, я сейчас не попал. Ну-ка. Ай, блин, нет! 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 Не надо, у меня там взрыв пакет, не надо сегодня. Ай, блин, все, я приехал, походу. Меня вообще не обращает внимания, видите, такой страшный крафт, что на него все забивают. Так. Ой, какие-то проблемы, да, чувак? Я знаю, у меня крафт классный. Гори! А, уже гореть-то нечему. Там генератор подорвался, и светлячок сказал. Здесь наши полномочия, все, энергии нету. Как бы кушать хочется, и я не буду стрелять. У нас пятое место по команде, но... Крафт просто это...
это бомба, это что-то с чем-то. У нас сегодня какой-то выпуск угарный, на реликтах постоянно, ну, ради интереса, давайте еще один соберем, просто посмотрим последний крафт. Ох, нифига себе, это хойры! Слушайте, я вообще в шоке, что случилось? Что случилось? Обновление не выходило, автосборка что-то начала чудить. Вообще фаворит? Скорп и Жнец. Не, это что? Вдруг Скорп или Жнец перегреется? Слушайте, ну вообще. Что, я вообще молчу про сочетание Скорп и Жнец. Это вообще класс. Так, а что здесь еще стоит? Это на 14 тысяч Ом. Это просто бомба. Вот нерпы здесь две штуки. Это очень важно, потому что Жнец очень сильно перегревается. Прям капец как. Вот вообще, смотрите, как же он очень сильно перегревается. Ну вот вообще, вот очень сильно. Этот крафт просто сносит от отдачи, от такой мощности этого крафта. Слушайте, ну это реально, это сразу видно, что это крафт для нагиба просто всех. Все меты будут дрожать и нервно курить в сторонке. Ладно, в общем, вот такая ржачная у нас серия получилась. Нам собрало даже краба, там еще что-то собрало. Вообще жесть какую-то. Он вот такую вот жесть собирает. В общем, классный крафт. Пишите в комменты, как вам эта серия. По-моему, она получилась достаточно угарная. Ну, на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока.